Отче наш, на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко в небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Можно с вами? Здесь, да, мы здесь, мы здесь, команда. Да, сейчас, да. Наша команда, самые близкие люди, дети и его чувства, чувство любви к ним. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. Вы творческой группы «Нежные близкие». Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна. Мы все голосуем за того, что детки с другого имени окончим Медведева. За курс самый прогрессивный передовой Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимирович Путина, Сергея Семеновича Собянина, партия «Единая Россия». Призываю всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Ура! Поздравляем вас с праздником! Победы второго президентского срока Медведева! Победы второго президентского срока Медведева! Какие ваши впечатления? Не скажите, будьте любезны, несколько слов. Я вижу, что интерес, он неподдельный к этой выставке, и интерес приумножается. Поздравляем всех участников. Посвящаем всем вами. Срок. Спасибо вам большое. Дмитрий Анатольевич. Спасибо вам большое. Поздравляем вас. Восхищаемся. Прекрасно все представлено. Какие ваши впечатления? Несколько слов. Интерес, он неподдельный к этой выставке, и интерес приумножается. Поздравляем всех участников. Содержали второй срок президентский Медведева Дмитрий Анатольевич. Спасибо вам большое. Господин Надей, как впечатление ваше от церемонии награждения? Впечатление очень сильное. Поздравляем! Да здравствуй, второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Наша земля, ее тоже нужно любить. Всего вам доброго и хороших впечатлений. Уважаемый господин президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, мы с госпожой Воликовой Нестером Дмитриевским просим избирательство в второй президентский срок. Спасибо вам, во имя Отца, Сына, Святого Духа. Мы с мятежницей Бугран берем второй президентский срок Медведева Дмитрия Анатольевича. Вы награды отдельную медалью Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Ильича Медведева, Владимира Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, день будет присуждать. Госпожа Голиковой, только что госпожа Голикова поддержала второй президентский срок Медведева. Срок Медведева, самый передовой курс Медведева, Путина, Собянина, партия «Единая Россия». «Единая Россия». К ценностям родной культуры, воспитанию уважительного отношения к своему языку. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Сегодня действительно удивительный праздник.
у нас особенный для Москвы. Именно Москва всегда была и есть центр славянского мира, центр славянской письменности и культуры. Поздравляем вас, уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Юрий Дмитриевич Медведев, Владимир Чепудин, Игнала Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Ванькуна, Сергей Семенович Собянин, патриарх Кирилл, партия «Единая Россия». Поздравляем вас, мы Нестер Метлицкий. Поздравляем вас с победой, триумфом, успехом. Мы выдвинули на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Многотысячную форму все регионы России уже поддержали. Второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Высшая награда, ордена, медали. Курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимиру Чепудину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Кудину, Сергею Семеновичу Собянину, патриарх Кириллу, партии «Единая Россия». Все время Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Алексей Медведев, Владимир Путин, Александр Владимирович. И Владимир Анатольевич Шаманову тоже. Высшие награды Медведеву, Путину, Шаманову, Собянину. За второй президентский срок Медведева. Дмитрий Анатольевич, мы вас очень просим, избирайтесь на второй президентский срок нашей России. Владимир Анатольевич Шаманов поддержал. Спасибо вам. Восхищаемся вашим подвигом. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мы еще очень просим вас избираться на втором президентский срок. Голосуйте за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голосуйте за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Там будем на расстройстве. Вместе идем. Да? Россия, ты Мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна. Во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева. Курсу самому прогрессивному передовому Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлану Владимировну, Илью Дмитриевичу Медведеву, Владимиру Чепудину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Кирилу Сергеевичу Собянину, ряд Кирилл, партии «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна, во всем, везде, всегда. В небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева. Голосуйте за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуйте за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голосуйте за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Да. У вас, уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Путин, Владимир Александрович. Мария Владимировна, Екатерина Ванькова, Сергей Семенович, партия «Единая Россия», поддержка всенародная. Дмитрий Анатольевич, на второй президентский срок всем миром избрать. Дмитрий Анатольевич Медведев, всем миром поддержать. За вас, уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженных сил России, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Путин, Владимир Александров, Мария Владимировна, Екатерина Ванькова, Сергей Семенович, патриарх Кирилл, партия «Единая Россия», все россияне. Дружно, единогласно идем голосовать волей изъявления народной. С Дмитрием Анатольевичем Медведевым все главные задачи нам решать. И реформы все осуществлять, модернизацию. Можно вас попросить? Великий святой преподавающий России Дмитрий Анатольевич Медведев. Идем туда. Параллельно. Его, вот он идет. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. У вас, уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Кирилл Путин, Сергей Семенович Собянин, патриарх Кирилл, партия «Единая Россия», поддержка всенародная. Дмитрий Анатольевич Медведев на второй президентский срок всем миром избрать. Дмитрий Анатольевич Медведев всем миром поддержать. За вас, уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженных силами России, Дмитрий Анатольевич, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Путин, Александр, Мария Владимировна, Кирилл Путин, Сергей Семенович Собянин, патриарх Кирилл, партия «Единая Россия», все россияне, дружно, единогласно. Идем голосовать, воля заявления народной. Дмитрий Анатольевич Медведев, все главные задачи надо решать, реформы все осуществлять, модернизацию, инновацию. Вторым президентским сроком Дмитрия Анатольевича Медведева, с курсом самым прогрессивным передовым Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевича Медведева, Владимир Путин, Александр.
Мария Владимировна, Кирилл Кунис, здесь мы собираем порядки и партии Единой России, Господь Иисус Христос и Божья Матерь, Святая Благодать. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия, Пенсия, ярчайшая звезда, Россия, Пенсия, во всем, везде, всегда. Он в Басконе много, красивых, ярких звезд. Мы будем вдвоем второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева, курсу самого прогрессивного переговора Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевна Медведева, Владимир Чекун, мы сами, Мария Владимировна, Екатерина Кунец, Сергей Семенович Собянин, Татьяна Кирилл, партия «Единая Россия», только что уважаемый командующий ВДВ России, выдающийся военачальник России Владимир Анатольевич Шаманов поддержал второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Высшие награды, ордена, медали Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимиру Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Кириллу Путину, Сергею Семеновичу Собянину, Патриарху Кириллу, партии «Единая Россия». Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пусть наша Родина станет счастьем. Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Чем мы, Дмитрий Анатольевич, мы еще очень просим вас избираться на втором президентском сроке. Спасибо. С победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Второму президентскому сроку Медведева Дмитрия Анатольевича, курсу самому прогрессивному передовому Медведева Дмитрия Анатольевича, Светланы Владимировны, Ильи Дмитриевича Медведевых, Владимира Владимировича Путина, Людмилы Александровны, Марии Владимировны, Екатерины Владимировны Путиных, Сергея Семеновича Собянина, партия «Единая Россия». Ура, ура, ура! Сказали, что мы выдвинули на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева.